Сейчас мир характерен чем? Что идет передел мира. Не дележка, а передел мира. И вот в этой ситуации главное ответить на вопрос, а где наше, вот про будущее, а где наше место? И у нас действительно уникальнейшая ситуация сейчас. Она тяжелая, она очень опасная. Знаете, балансировать между этими гигантами – это очень опасное дело. Ну а куда деваться? Ну не хочется, чтобы то, что не только я, мы создавали собственными руками, завтра это все рухнуло. И кто-то пришел и начал эксперименты проводить.